я в прямом эфире. Да. Так прикольно, когда тебя не глушат. Да? Тогда давай, если что, я твою забирать, да? Ну, говоря. Да. Мне надо пригласить. Ты можешь в Фейсбуке написать прямой эфир на Куще Партеса? В Фейсбуке. Иди внутрь, зайди, напиши, не трясись. Я буду отвечать. Я с прямым эфиром. А что, может, на этом фоне? Давай я возьму. Да, можете. Нам с моего снимать, правда? Аня, давай на этом фоне. Не надо бояться, информация правит миром. Получайте. Подходите, информацию. Берите информацию. Сейчас мы пораздаем. Давайте. Народное движение по собственной нашей инициативе. Мы действуем в рамках Конституции РК и Международного пакта о политических правах. Со своими словами. Да. Здесь политика участвует, потому что мы за мирную смену власти. Мы хотим парламентскую республику, это цель, без должности президента. Президент и его окружающие люди уже свой кредит доверия исчерпали. Мы хотим, чтобы решал народ, правил народ, выбирал народ и делал себе во благо народ без должности президента. Это вот основная цель. Конституция РК, мы ею руководствуемся. То, что у нас высшей ценностью является человек. То, что Конституция имеет юридическую силу и прямое действие на всей РК территории. У нас есть вот такая листовочка. Мы вот заявить сегодня вышли. Такая небольшая программка, листовка. Регистрироваться мы не собираемся, мы движение. Назвались мы Коще партия С. Это партия или движение? Это движение, это мирное народное движение. Мы за митинги. Коще улица в переводе. Мы за то, чтобы выходить на митинги и добиваться решения своей цели. Вот. Все? Идешь эфир, идет эфир. Можно пожалуйста. Не надо бояться. Почитайте. Вот наши сотрудники. Где? Вот они двое. Тот, кто что подошел оттуда, его снял. Этот вот с кольцом вот проходит. Вот. Подошел отдельно, снял. Новые лица. Мужчина понял по одному взгляду. Да? Вот какая конгруентность у нас. Пожалуйста, подходите. Информация, листовка, Куще партия, СР информация. Это народное движение. Мы за мирную смену власти. Митинги – это наше право по Конституции, хотя наши власти это отрицают, всячески нам воздух перекрывают. Даже сейчас, да, мы здесь устроили мирную акцию со своим мирным движением, сзади следят господа КНБшники. И это из раза в раз, это когда кончится, когда нашу свободу слова подавляют, мы должны сидеть тихо, что ли? Это с этим надо кончать. Это надо решать. Мы народ, есть власть. В целях этого создали вот такое движение. У нас есть в телеграме чат Коще партия С, где уже около 5000 участников. И мы
абсолютно мирные, абсолютно никакие экстремистские. Мы, конечно, понимаем, что власть хоп, одним щелчком может завтра признать наше движение экстремистским, поэтому мы призвали евродепутатов, дипломатов, США, Канаду, чтобы участвовали в нашем чате. В нашем чате и наблюдали, мониторили ситуацию в нашем чате. До свидания. И 20 тысяч мне верните, которые вы у меня занимали. 20 тысяч мне верните, я вас помню. Я поняла, что вы так делаете. Все, свободные. Сотрудник идет, наверное, надеюсь, не по нашу душу совести. Сейчас я ему вручу. А вчера в чате кто-то запрашивал. Хорошо. Все, вы уже на личность переходите. Не переходите на личность. Вот такие провокации. О! Ваша знаменитая тайна. Вы не демократы, а провокаторы. Господин Сальбенов, Никита Сергеевич, Малыбаев, уважаемый. Да, Сальбенов, ну, как обычно, давайте показываем служебное удостоверение. Представьтесь, пожалуйста. Пожалуйста, показываем. Родные лица, скажите, пожалуйста. Народом. Нет, а по какой причине вы снимаете? Мы нарушаем. Так, подождите, нет, я не быстро читаю. Может, Арбеков Олжас Колумбекович, главный криминалист чего? Как погромче? Ага, а вы майор полиции. А куда звонить, чтобы уточнить, действительно ли вы оттуда? Не, подождите, ужас отчество я Колумбекович, ужас Колумбекович. А это, скажите, не ваши сотрудники, которые нас тоже сфотографируют на личные телефоны? Вот, Витовский, ну как? Да? Мы за мирную смену власти. Будущее без Назарбаева. Митинг. Жастар. 14:00. Я завершу прямой эфир. Смотрите у Асель Кожакеева, да, на Фейсбуке? Да. И еще в Инстаграме «Я за правду». Я зашла.